Россия отсрочила введение запрета на молоко из Беларуси. Россельхознадзор изначально намеревался ввести ограничения с 26 февраля, затем перенес срок на 6 марта. После 15 марта молочная продукция будет возвращена в Беларусь. Россельхознадзор перенес срок введения запрета на поставки молока из Беларуси на 15 марта. Ранее Россия планировала ввести запрет с 6 марта. Запрет распространяется на поставки пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок, сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных молока и сливок, наливной, концентрированной и сухой молочной сыворотки, концентрата сывороточного и молочного белка. Товары, поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты на российско-белорусском участке границы после 15 марта, подлежат возврату в Беларусь. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь не будет терпеть запрет России на ввоз белорусского молока и ответит на этот шаг. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.